ходе осенней призывной кампании на срочную военную службу будет призвано около 300 молодых людей, проживающих в Одинцовском округе. Большая часть призывников останется служить в пределах Западного военного округа. Традиционно наши ребята направляются в сухопутные войска, ракетные войска стратегического назначения и воздушно-космические силы. 5 человек будут проходить службу в президентском полку.